Šīs video tāpat 4 vai 5 gadus atpakaļ izdomāja samontēt šajos augstajos ziemas mēnešos. Tā, pirmais sasarīts. Labs iepēra. Pašas laivas. Skaistos. Monstrs asarīts. Skaisti, nu, 150 gramīgi. Viens pēc otru roku, tu man skaisti līdz. Nu, nezinu, kas tas bija, bet ļoti labs. Tā bija līdika lika. Skaisti asarīši. Ļoti skaisti asarīši. Pusotriniece. Skaisti mazu lietu, lai peld tālāk. Lai peld mazu. Beidzot arī zandertiņu atradu. Nav mērs, bet jau lēnām tuvojās. Tur jau сразу глубина, поэтому он ему тут. Но я уже полчаса с ним.
Могу, может быть, попробовать вытащить вас на берег? Я боюсь, он рванет туда. Поднять там невозможно было, я не мог поднять. От дна. Монстр. Он на дно ложится и все. Пустун, do you well, Кара? Tur liekam kaut kāds sams monstrs. Nu, citi varianti nav. Nu, kā ощущение вообще такое тащить? Его не поднять, я даже, ну, никаких ощущений. Щуку-то можно остановить, а этого остановить нельзя. Я его даже не видел наверху, что там, не понимаю. Просто пошел и все, да, вариантов никаких. Была бы у вас, как у меня, эта джерковая палка, вот вы бы его подняли уже бы. Это джерк, да. Нет, пятерка шнур. Но он же клюет на что он хочет, да? А он на пол воды. Ого. Он, видать, поднялся со дна. Плюх, она опускалась, приманка, поклевка. Ну, не джиговал ничего, на подучую. Красота. Хоть ныряй за ним, да? Угу. Ладно, надо перекурить. Уже все. Я уже полчаса. Может быть, за живот как-нибудь зацепил. А, так. Может быть, так. Но... Ну, там поклевку, ну, не знаю. Ну как, он хоть преуспокоился? Не. Пошел опять туда. Пойдет? Не пойдет, я думаю. Не пойдет? Могу, конечно, попробовать. Красивый. Думаю, десяточка есть. Ура! Ну, наконец-то! Ёпперс! Ну, красотень!
Надо фотосессию делать. Ну сколько будет? Десятка? Десятка будет точно. Дома померяем. У меня есть срез, если я могу. Ему это как... Вот на такую штучку. Молодец, Самик. Сколько? 15 килограмм. 13 килограмм, да? Да. Ну хорошо. Красота. Поздравляю. Спасибо.